Здорово, это Шамшурин, и прежде чем ты будешь смотреть этот подход, этот пример моего знакомства с девушкой, которых на канале уже огромное количество, и, пожалуй, тебе уже давно пора начать самому это делать, а не просто смотреть. Если тебе надоело просто смотреть, то эта информация будет тебе как раз кстати. То есть прежде чем ты будешь его смотреть, следующая информация. 20 ноября стартует, как ты уже знаешь наверняка, мой заключительный финальный онлайн-тренинг по теме общения с девушками, который называется Old School Шамшурина. То есть это интенсив, это 6 занятий. Через 2 дня на 3 по 3 часа мы будем вести это вместе с моим другом-психологом Максом Алябьевым. Будет очень круто. Соответственно, следующая штука. Какие подробности? Значит, это 3-часовое занятие. Ты меня слышишь, ты меня видишь. Ты можешь задавать мне вопросы в чате. Я даю тебе теорию и плавно выстроенную практику. То есть от самого простого к более сложному, к более сложному. И при условии выполнения хотя бы на 60-70% того, что я тебе говорю, твой результат будет просто невероятным. Ты сам себя не узнаешь уже буквально после второго занятия, да даже после первого. Что ты будешь делать? Ты будешь легко подходить, знакомиться с самыми красивыми девушками твоего города. Ты будешь не заморачиваться, ты будешь легко с ними разговаривать, ты будешь знать, что им говорить, как с ними говорить. Ты будешь нести все, что угодно, они будут в это время улыбаться, смотреть на тебя с открытым ртом и думать, блин, ну какой клевый парень. Ты будешь знать, что, как взять номер телефона, что говорить, когда тебе его не хотят давать, когда девушка проверяет, вот как на этом подходе. Я специально ее спросил, то есть, а ты что, проверяешь парней? Она вот обратная связь из первых уст, ты потом поймешь, о чем я говорю. То есть ты будешь знать, как обработать эти женские возражения и проверки. Ты будешь знать, как заинтересовывать собой, именно собой, своей личностью, а не какими-то плюшками, которые обычно мужчины предлагают. Ты будешь легко вызывать доверие, ты будешь легко брать номер телефона, ты будешь легко вызванивать, ты будешь знать, что говорить при всех случаях. То есть я дам тебе возможное и невозможное количество всех ситуаций, которые могут быть с девушками. Ты будешь знать, что в них делать в этих ситуациях. Ты также научишься проводить очень крутые свиданки, и плюс есть 2 бонуса. Это бесценные бонусы поистине. Первый бонус – это семинар кинестетика, который я проводил в Петербурге. И там я показываю все от и до, как правильно прикасаться к девушкам. Начиная с момента знакомства, заканчивая моментом перед сексом. И самый главный бонус, который ты получишь, это флешка-практика так называемая. То есть это мы сами полностью с моей командой прошли мой тренинг. С самых легких заданий до более трэшевых, показали тебе все возможные ошибки, как нужно, как не нужно делать. И, соответственно, твоя задача будет просто смотреть и получать результат. Итак, этот онлайн для тебя это будет следующее. То есть ты получаешь теорию, ты получаешь задания практически, ты получаешь примеры в этой флешке с практиками, как выполнять эти практические задания. То есть это абсолютный колоссальный максимум, который ты можешь получить на расстоянии, не приезжая на мой живой тренинг. Не сделать просто невозможно. Итак, 20 ноября мы стартуем, ждем только тебя. Сейчас будешь смотреть этот прикольный подход, где девушка сама тебе скажет, почему она говорит в тех или иных случаях слово «нет». Записывайся на онлайн-тренинг, ссылка под этим видео, увидимся с тобой. Это был Шамшурин, пока. С тобой. О, с тобой? Да. Здорово. Привет. Такая ты интересная. Ну да, со мной, когда из туалета выхожу, очень интересно. Не, ну просто идешь из туалета такая вся, я не знаю, красивая, с ногами. Спасибо. А я в туалет, видишь, как бы судьбоносное знакомство. Как тебя зовут? Лидия. Офигеть, меня крестный так зовут. Ну, а тебя? Меня Вов зовут. Привет. Лидия, с руками. Ну да, с руками, ногами. Что такая сияющая ходишь? Я просто в магазин пришла с подругами. А где подруги-то? А, здорово. Так это же, а все вот эти подруги, только две? Нет, только две. А это не подруги? Нет, это уже не подруги. А, уже не подруги? Сейчас они слушают просто, что я тебе говорю, а это очень интимно. Да. Я слушаю. У тебя тоже брови светлые, кстати, как у меня. Да, есть такие. У меня они летом выцветают, и их не видно. Кажется, что у меня нет бровей. Ну да, есть такие. И зато у тебя волосы своего натурального цвета, да? Да, своего. Короче, поступим так. Давай мне свой телефон. Да? Да. Давай. Ну, я его запишу. Вот, и будем с тобой созваниваться. И общаться. Не знаю. Я знаю.
на телефоне не даю просто. Что? Не даю телефон. Да ну зачем? Ну смотри, мы сейчас оба знаем, что я его все равно возьму, как бы, понимаешь? То есть тут прикол в том, что это... ну, как бы, если ты хочешь проверить меня на настойчивость, то, как бы, это вообще бесполезная затея. Да, кстати, еще важный момент по поводу вопрос-ответа. Под этим видео пиши свои вопросы мне, и в одном из следующих видео я буду на них отвечать. То есть давно не было рубрики «Вопрос-ответ», я хочу ее устроить. Пиши только интересные вопросы, какие-то более-менее глубокие, более-менее со смыслом. Чем больше вопросов будет, тем на большее количество я смогу ответить. Поэтому давай в комментариях быстренько пиши свой вопрос, продолжай смотреть. Я могу очень долго настаивать. А вот у женщин какая-то привычка такая, то есть они все время проверяют, что ли, или что-то, зачем они так говорят? Ну да. Типа, а я должен в этот момент сказать, а, ну ладно, да? Да, и уйти дальше. А такое было вообще? Конечно. То есть, и что, они говорят, давай, а как они говорят, а можно я запишу телефон, ну, да? Ну да, нет, нельзя, ну ладно. А ты это говоришь просто для того, чтобы проверить или что? Просто говорю, ты не даешься направо-налево. А нет, смотри, как направо-налево, а если чувак там классно выглядит, ты ему все равно говоришь нет? Надо же посмотреть, настойчиво. Не, ну видишь, это я-то просто это понимаю, мне просто надо от тебя это было услышать. Слушай, ну и что? Ты знакомишься так на улице? Не, ну у меня было больше женщин, чем у тебя, как бы, просто у меня опыт есть какой-то. Мы же не на улице. Да, да. Лидия, смотри, это, короче, давай тогда я запишу твой телефон, вот, и мы с тобой увидимся, пообщаемся. Да я все решил уже, что ты? Это что, Поволжье, что ли? Да. Почему? Пять. Ты откуда? С Поволжья. Ну, откуда с Поволжья? С Тольятти. Офигеть! А я из Самары. Серьезно? Ну, я 6 лет здесь живу, да. А это, что, старый, новый, там, Камса, шлюзовой? А, нет, новый. А, у меня там друг живет, Колян. Мы вот, кстати, этим, не скажу, старцев. Мы этим летом только, короче, ездили вот несколько раз туда, где Волжский утес. На ту сторону, чисто там, знаешь, просто переночевать там в палатках. Там вообще прикольно, тишина такая, знаешь, вроде бы ты недалеко от цивилизации, а цивилизации нет. Слушай, видишь, как тесен мир, 8... А ты давно вообще в Москве? Нет, недавно. То есть ты здесь прям, ну ты никуда не... Я тебе потом в WhatsApp напишу. Ну, хорошо. Потому что там этот... слушай, ну прикольно же. Будем дружить. В хорошем смысле слова. Хорошо. То есть я с девушками не дружу, но мы будем это... Как сказать, будем более тесно общаться, потому что мы с тобой земляки. Да, меня будем встретить, конечно. Нет, а Москва город такой, ты знаешь, это... Да. Я постоянно кого-то встречаю, даже это... Даже если не хочу. Короче, ты прикольная. Спасибо, ты такая прям. Офигеть. Все, мы тебя на днях будем катать по вечернему городу и, не знаю, и держать тебя за ручку. Все, давай, щеки, щеки, щеки. Не, мы просто прощаемся, как без щек. Не, у нас в Москве принято вот так вот, типа, знаешь, так, все, по-пидорски, короче, знаешь. Ладно, мы с тобой еще успеем поцеловаться. Уверен. Да. Да, ну хорошо. Все, хорошего вечера, пока.